Продолжаю проходить Resident Evil. Так. В итоге, куда мне идти? Мне идти вот сюда, за Эшли. Получается. Вон та лестница, кстати. Она спустилась или нет? Нет, она не спустилась. Ну, значит, остается идти только сюда. Патроны. Безжалостный рыцарь. Я ищу храбреца, готового прикончить этого жуткого рыцаря. Но предупреждаю сразу. Он гораздо сильнее, чем остальные. Одним ударом убивает сильнейших противников. Одного рыцаря крутого мне нужно убить. А он показывается, где он? А, вот здесь. Хорошо. Хорошо. Давай попробуем. Давай попробуем. Надо здесь все облазить. А где... А, на втором этаже, наверное, да? Да, выше. На этаж выше. Сокровище. А здесь другие рыцари лазают. Если здесь лазят другие рыцари, а что-то мне не нравится этот дробовик. Слушай, он сильно широко стреляет. Да. Три крыски я убил. Я что-то не посмотрел насчет убойности этого дробовика. Может быть, он слабее, но зато шире стреляет. Пошли попробуем этого рыцаря убить. Флешки у меня есть. Материалы бы мне еще. Материалы я могу купить несколько штук. Может быть, мне его с винтовочки пострелять. Вот он стоит, да? Я не ожидал вот этого. Да блин! Не, ну конечно, он не с... Да, Леон, отбеги! Thank you.
Так. Цепанул, зараза. Ну-ка. Этот готов. Как же мне его пробить? А? Как же мне его пробить? Один раз я попал. Блин, он резкий. Он резкий. Флешка. Ой. Лови подарочек. Все, готов. Ну, ладно. Не очень удачно, конечно, я их убил. Ну, хотя бы так. Так, здесь есть еще? Еще есть или нет? Он туда не пролазит? А там ничего и нету. Да? Ладно, все, отсюда выбираемся. Можно было одной флешкой их всех убить. А я три потратил. Так, здесь все вазы собрал. Остается идти сюда. Собрать вот эти приколюхи. Их тут трое, по-моему, если я не ошибаюсь. Или нет? Или он здесь один? Нет. Вот он еще один. Как много на них зарядов тратится. Так, в библиотеке я пропустил. Угу. Вот здесь. У меня ключа нету. Вот это я все не возьму уже.
Это надо было Эшли брать. Жаль, жаль. Так, квадратик. Нет, не так. Вот так. Что здесь? Штурмовая винтовка, которую я не могу взять, да? А, нет, могу. Штурмовая винтовка. Семь. Так, осталось вот это. Вот он. Желтый алмаз. Так, вот эту можно открыть. Так. Нет, не так. Подожди. Вот так. По-моему, сюда можно камушки вставить. Этот я открыл Эшли. Сохранюсь. Вот, вот я могу спуститься теперь. Я сбегаю к торговцу, заберу награду. Объединить один квадратный вот сюда и два разного цвета. Бонус 1.3. Продаем. О, я гляжу, ты выполнил просьбу за хорошую работу. Так, это надо борьба с вредителями. Платить. Шпинели 3 штуки. И рыцарь шпинель 8 штук. Итак, чем я могу тебе продать помочь? Рысь. О, куплю по высокой купить цене. У меня все товары высшего качества, уверяю тебя. Материалы. Что я могу сделать? Мне и так материалы есть. Надо регулярно ухаживать. Подожди, подожди. Мне пороха не хватает. Для дробовика. Сделать патрончики. В любое время. Привет. Тогда улучшаем. Я продаю много отличных винтовку товаров, чужак. О, друг, что починить может быть по-любому? Удачи тебе, чужак. Винтовку. Продать, что ли? Продам я винтовку. Штурмовая винтовка.
Я же потом ее смогу, по-моему, выкупить. Рубины или рванина, разница лишь в цене, которую мы назначаем. Спасибо. Улучшить. 65. Чуть-чуть не хватает. Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Тогда улучшаем вот это. Держи. Все, как ты хотел. Так, так, так. Починка не требуется. Тридцать один. Особое улучшение. Давай. Что? Так, какая из твоих пушек должна блистать? Дай знать, когда захочешь. Скорость атаки. У тебя есть купон? Силу. Славно. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним. 100 000 еще нужно? Я думал, только один купон нужен. Копим деньги. Копим тогда деньги. Итак, доброго пути. Так, так, так. Пошли дальше по сюжетке. Погодь, куда мне по сюжетке идти? Я что-то запутался. Он же в ту дверь ее забрал. Что за бред? Он же вот сюда ее забрал. Оттуда я пришел. Здесь? Здесь ничего нет. А куда идти? Вот сюда мне как-то нужно прийти. А, погодь. Что-то я затупил. Где там проход? Сюда? Ну, это же вниз. Вот сюда мне нужно. Как туда попасть? Вот это закрытая дверь. А, фу, ё-моё. Вот сюда мне нужно. Вот, вот сюда. Все, путь я нашел. Упс. Ты чё материшься? Я не ожидал от тебя.
Мир и порох. Так. Создать для дробовика. Тут закрыто. По-любому, значит, сюда. Угу. А я что-то не посмотрел там. Да нет, нету сокровищ. Сокровища где-то здесь. Вот оно. Сначала бочку. А то сейчас глюканет что-нибудь. Серебряный жетон. Интересно, у меня сколько этих жетонов? Лечилка. Отлично. Еще бочка. Глянем карту. Вот сюда. Пошли. О. Мне туда, в часовню. В какую-то. Ну это что за записка? Хроника изысканий. Июль, спустя 2 года после моего пробуждения. Господин Рамон доверил мне поистине благоугодное дело исправить изъяны нашего человеческого облика и прийти к идеалу, который мы видим в наших членистоногих собратьях. Я с радостью посвящу всю свою жизнь этому делу. Январь, спустя 4 года после моего пробуждения. Мои попытки внедрить черную жидкость в тело скоро увенчаются успехом. Утроба, вот ключ к ответу. Чистая душа оказалась очень податливым и гибким созданием. Январь, спустя 6 лет после моего пробуждения. Я назвал священных личинок, что носят в себе избранные, У-2, по первой букве моей фамилии, ведь они порождены моей собственной плотью. У-2 почти достигли размера взрослого человека, но продолжают питаться и расти. У меня получилось, я вывел новый вид. Господин Рамон оценил мои старания и благословил меня похвалой. Ему понравились У-2. Он назвал их навистадорами, то есть незримыми. Мне сказали, что его святейшество владыка Сагер тоже доволен моей работой. Это великая честь. Я едва вижу кончик пера, потому что глаза мои наполнены слезами радости. Его верный слуга Исидра Уриарте Талавера. Хм-хм. Чё за чувак каких-то личинок там вывел? Так, единственный путь сюда. Тут, походу, будет куча жуков. Порох. Так, что у меня с порохом? 9. Создать патроны для винтовки. Давай. Все разрушено. По карте что показывает? 1 и 2 на других уровнях. Ниже. На уровень ниже. Значит, нужно спускаться. Ага, вот лестница. Так, дробовичок. Эй. Он застрял. Ползи сюда. Да ты чё? Ножиком? Нет, этот сдох. Так.
Я их всех убил? Вроде бы их четверо было. Порох 7. Еще нужен порох. А, вот он. Так. 10. Создать. А, для дробовика не могу. Ну, давай патроны для винтовки делать. Блин, его пнуть можно было. Эй! Что произошло? Откуда он взялся? Порох 3. Пороху дофига дают. Еще порох. Я перезарядку нажал. Пни! Второй раз промазал. Еще. Так, перезарядочка. Пни. Сапфир. Сапфир. Я слышу, что еще где-то есть. Вон он. Так. Я слышу опять. Еще один, да? Где я тебя не вижу? Так, ладно. Пойдем сходим за сокровищем. Вот он. Патроны для пистолета заканчиваются. Вот. Они бесконечно? Заканчиваются. У меня патроны для пистолета кончились. Придется создавать. И материалы у меня кончились. А, вот материалы дали. Ой. Жук. Материалы. Создать. Патрон для винтовки. Давай. Чё, с винтовочкой походить, что ли? Так, вот здесь еще сокровище. Наверх? Пойдем наверх. Вон рычаг я вижу.
пока его нажимать не буду. Надо сначала все облазить. Так. Где я видел? Вон оно. Где он там вылез? Ух ты! Прирезать его! Этот рычаг, скорее всего, откроет вот эту дверь. Тронный зал. Мне сюда. Ай, как же я его, а? Вот он притворился камнем, а? Пинок. А, блин, надо чуть скушать. А что-нибудь скушать, это... Эту лечилку. Это куда выход? А, все, понял. Сокровище, сокровище. Где сокровище? Граната. Вот, прям рядом сокровище. А, вот, вот же оно висит. Блин. А, все, нажимаю рычаг. Надеюсь, толпа жуков этих. А, тут две двери. Две решетки. Вон с той стороны еще, походу. Так, мне по лестнице вверх. По лестнице вверх. Вот здесь. Ящичек. А что если я кину гранатку? Того, интересно, зацеплю. Он же не умер. Это куда дверь ведет? Не дверь, а проем. И ног. Ух ты, перезарядка. Все, музыка прекратилась. Значит, я, наверное, всех убил. Материалы. Так, подожди, давай соберем все остальное тут. И порох, и травка. Порох и травка.
Так, создать. Для дробовика по-любому. Пока что так. Ну что ж. Спрыгнет? Да. О, мистер Кеннеди, рыцарь из тебя так себе. Твоя принцесса оказалась весьма упорной. Должен сказать, она доставила немало хлопот. Гранатка. Материал еще. А у меня 4 пороха всего, да? Да. Поищу способ опустить мост. Вот же способ. Еще нужен один противовес найти. Наверное, вот отсюда его будет видно. А, вон он, точно. Гляну на карту. Ну, вроде все. Все облазил. Все задания дополнительные выполнил. О! Класс. Теперь их двое. Теперь их двое. Вот колокол. Так. Наверное, винтовочка их нужна. Ой, я ему мог прирезать. Так, а чё? Они ж при это на цепях. Три колокола. Уйди. Ты не пробежал-то, Леон? Уйди, придурок! Так, вот здесь колокол. Зарядочка. Есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне остался что, один колокол? Я всех убил? Неплохо, неплохо. Рог единорога. А, нет, вон он еще ходит. Второй рог единорога. Патрон. Прям хорошо получилось, а? Oh.
Не успею. Успел. Чё это? Стрелы? Материалы? Так, создать для пистолета, Если дадут еще материалы, точнее порох и материалы, пистолетные патроны. Для пистолета я не буду делать. Надо для дробовика делать. Вот так. Так, неплохо. Я разжился патрончиками. Шесть, перезарядка. Пять, перезарядка. Так, я все собрал? А, нет, вот же еще оставался один колокол. Что это? Карман и нож. Все, вроде бы все. А, нет, не все, смотри, стрелы. А здесь? Ой. Порох. Вот теперь-то уж, наверное, я все собрал. Нет, не все. Где там что лежит? На полочке. Прикрепляемые мины. Так. Так, мне бы сохранялку. Эшли орёт. Эшли орёт. Мне бы сохранялку, друзья, и завершить эту серию. Эшли! Леон, стой! Нет, не подходи ближе! Что с тобой? Берегись! Да-да, продолжайте. Не противься, милая. Так ты лишь усугубляешь свои страдания. Прошу, прошу. Больной ублюдок. Она же и так заражена. И где Луис? Акинос деспедимос, сеньор Кеннеди. Глубокая шахта. Держись, Эшли. Я иду к тебе. Выберитесь на поверхность. На этом... Надо закругляться, мне бы сохраниться. Я что-то не заметил, у меня сохранение сработало или нет. Что это? Испустил дух? Испустил дух.
Вот, вот сохранение в уголку сработало. Все, я серию заканчиваю и продолжу в следующий раз с этого места.